все нормально открылось. Есть. Уже 4 человека вижу есть. Так, смотрите, что я здесь вижу. Здесь у нас есть возможность подписаться на новости какие-то по блогу. Сейчас, секундочку, я вернусь, чтобы вы видели, да? Значит, так. Возвращаюсь обратно. И заходите в настройки. Мои подписки. И оформить подписку. Также есть у нас канал, вот ютубовский, видите? И слайды, слайд-шары, то есть можно посмотреть. Давайте вместе посмотрим, что это такое. Разберемся. Так, ну не открылось пока, ничего не вижу. По слайд-шаре, наверное, ничего еще нету. Так, и YouTube канал. Между прочим, вчера проходила конференция, я вот вчера не успел. Мне сказали, что на этом канале через сутки появляется запись конференции. Вот, видите, да? Вчера какое число у нас было? 14. Так, брифинги от совета директоров, конференция 17, так, 17 второй месяц, 10, ну я не вижу, так, сейчас секундочку посмотрим, видео, так, какие видео, так, ответы на вопросы, это 12 год, ну видно еще нету. Ну тут, между прочим, мой рекрутинговом сайте G-Network можно посмотреть. Может быть, здесь объясняют, как им пользоваться? Сетевой кстати, маркетинг в интернет. Как спонсировать партнеров, не выходя из дома? А нет, как тут... проводить личные презентации? Общем, смотрите, надо посмотреть это видеоролик. Я думаю, что здесь это интересный видеоролик. Надо обязательно будет и мне посмотреть. Так, оплата страховки, это старые праздничные конференции, ответы и вопросы по программе. Вот что за ответы и вопросы по программе сейчас? А, G-Finance и G-Matrix. Но этих уже нету. То есть G-Matrix есть, G-Finance, я насколько знаю, мы не участвуем, да? Так, хорошо, ну с этим разобрались. Теперь дальше. Так, смена пароля и ваши данные. Может быть, здесь будет написан, где. Нет, здесь я не вижу. А ты, Саша, где-то видел или просто... Вот, смотрите, еще есть... По-моему, когда при регистрации. И вот там, по-моему, надо было чипок стать. Ну, при регистрации понятно. Да. А где-то должно изменяться. Да, я не смотрю. Так, ну и смотрим информацию. Прайс-лист. Так. Так, кредитный ваучер, понятно, блог, благо, сервисы. Может быть, в сервисах что-нибудь пишут? Все ресурсы. А не, это ссылочка. То есть это ссылки, да? Здесь я не вижу. Ну, надо будет... Вот, поддержка еще, может быть, поддержки что-нибудь? Нет, поддержки, конечно, не будет. Я вчера, между прочим, писал в поддержку письмо. Не знаю, ответили мне или нет. А почему у нас не получается... Почему не работает...
наша страница захвата. Вы, Саш, ты пробовал использовать страницу захвата? Проверял, как она работает? Кстати, вот я, Альберта, я как раз хотела тоже насчет страницы захвата спросить, где есть ли она и что, и как. Ну, страница захвата есть, только единственное, что она почему-то не так. Я не знаю, вот я вижу, так, ответили мне или нет. Благодарю. Так. Нет, пока еще не ответили. Ну, тут пишут, что где-то около суток полтора. Еще пока не ответили. Закрытый статус там. А, нет, есть ссылка. А, ссылка формируется из логина и названия ресурса. Письмо приходит в течение суток. То есть, ребята, значит, вот они, вот эти две ссылочки. Я не услышал, меня выпило, что ты говорила о поддержке. Я говорю, я написал в тикет насчет того, что не приходит письмо после того, как заполняешь. И пишут, что в течение суток, то есть не сразу. Да нет, я смотрю, я вот на свой адрес на другой делал, нет ничего. Ну, пишут, что в течение суток. Ну, нам надо бы проверить, ребята, можно проверить, посмотреть, есть письма. Вот, допустим, где по Ranger Firm, по той, другая есть страница, там сразу приходит. И приходит с этим. Со ссылкой, с твоей, понимаешь? С реферальной. Но. А вот где Ranger Firm именно, захват, страница захвата, да? Там приходит письмо, но оно приходит без этого. Без ссылки, да, реферально? Без ссылки. То есть приходит, заходишь, когда нажимаешь, когда в письме на регистрацию, тебя перебрасывают, и там надо вводить логин. Логин, понятно. Пригласителя, да? Слушай, Саш, давай, может быть, ты сформируй вопрос и попробуй сам написать. Я вот сейчас покажу, как это делается. Заходишь на бизнес-центр, поддержка, и вот, и перейти на сайт службы поддержки. Вот, переходим, и нам надо зарегистрироваться здесь. То есть нажимаем новый запрос, вам предлагают регистрацию, регистрируйтесь и нажимаете новый запрос опять, выбираете нужный вопрос и нажимаете дальше. И здесь пишите приоритет, ваш номер, вот этот GN, тип запроса устанавливаете, то есть консультация, ошибка или жалоба, ну, на кого-то пожаловаться. Логин, G-Network и сам вопрос. Вот здесь вот контактная еще информация, и здесь тема и сам вопрос. Попробуй это письмо написать. Если будет ответ, нам расскажи, хорошо? Спасибо. Так, теперь дальше. Ну, попробуем на главное. Может быть, здесь где-то... смотрите, портал. Обязательно заходите на портал. Здесь тоже много интересной информации. Походите по этой страничке. Так. Вот GN Soft, но это GN Soft будет, мы попадем, наверное, на все-все визуальные, ну, так говорится, визуальные вещи, интернет-инструменты, вот видите, да, вот как раз попадем сюда, посмотрим, что здесь, продукт. И вот блог, между прочим, этот блог нам дается в GKit. Конструктор сайтов, не знаю, в GKit входит или нет. Ну, давайте разберемся, чтобы было понятно, разберемся. Так, идем в корпоративный магазин и смотрим. Так. GKit Business Support. Нажимаем вот сюда на эту картинку.
и смотрим. Значит, курс стартовый, сетевой стартап, персональный сайт рекрутинговой системы «Вирус денег» и персональный блог «Gnetwork блог». Ну, я не вижу. Вот. А что у нас GenSoft? GenSoft. Так, нет, GenSoft, Community, Финансы, Потоки, Мегаматрицы. Сим-карты, GTA, Потоки, я не вижу. В общем, надо будет есть еще GetResponder. А вот, GSender и конструктор. Вот я вижу. Так, конструктор сайтов у нас стоит $8 в месяц. Но может быть есть. Здесь есть описание, как использовать. $8 в месяц. В общем, полностью есть описание, все вопросы, ответы. Сейчас как бы здесь разбираться не будем. Вот, а блог у нас... Так, сейчас, секундочку, открою. Вот, блог. Это входит в GKit. Вот, создать свой блог, видите, можно. Тут вот есть регистрация, я думаю, надо делать отдельную регистрацию. А нет, это уже у нас есть, так. Значит, это уже не надо. Ой, не запутаюсь ли я здесь? Уже запутался, где это у нас было. Так, это сейчас пока закрою. А, так. Вход в блогер. Вот вход. Ну, сейчас попробуем зайти, да? Раз платили, надо знать, что это такое, правильно? Не знаю, я пытался, что-то у меня не получилось. Ну вот я тоже, сколько пытался войти, мне почему-то не получилось. Надо узнать у поддержки. Почему невозможно зайти? Ну тоже допиши вот этот вопрос, когда поддержку будешь писать, спроси, почему нельзя зайти на блогер. Работает он, не работает? Так, ладно, дальше. Так. Пассивный доход. Вот мы можем почитать, какой у нас пассивный доход сейчас. Правда, много информации еще нету на... Значит, вижу, что тут пишут, получает место в бинарной бизнес-структуре 30% дохода, который поступает от заказов на... А, рендеринг, да, понятно, это у нас есть. И вот рендеринг... Вот рендер фермы тоже идет. Ну и, конечно, вот при потоке сейчас. Так, что у нас пишут о ферме здесь? Ваша личная ферма. Компания. Так. В общем, понятно, да, как перейти сюда или нет? Или еще раз повторить? Понятно. Сейчас будем распутываться. Начнем с самого начала. Потому что я сам немножко запутался. Вот и мы были сервисы, все ресурсы, нет? А, во, портал, да, точно, спасибо. Вот, портал, и я выбрал на портале GenSoft. Веб-клиника тут есть, Gen Community, правда, по Gen Community смотрел,
конечно, дороговато там все. Навряд ли это подойдет. Но самый лучший продукт, конечно, пока рендер ферма. Тут конференции можно найти, доходы почитать. С чего? Вот, между прочим, здесь есть очень хорошее описание личного бонуса. Структурный бонус. Потоковый бонус. Бонус развития. Завтра меня будет уже поздравлять, знаете, с чем? С платиновым мастером. И, ребята, будем работать, чтобы вы как можно быстрее тоже стали такими же. Так, бонус стабильности. Вот этот я еще пока не знаю, что это. А, вот. Бонус стабильности дает дополнительный ежемесячный доход, если вы оплачиваете ежемесячную поддержку бизнеса в размере $19. То получаете ежемесячный бонус стабильности в размере 10 баллов за каждого партнера в вашей структурной группе. А, понятно. То есть, когда человек покупает продукт, там кроме 150 очков дается еще 10 очков. Вот кто-то меня спрашивал, откуда, что это за 10 очков. Это если вы заплатили $19, получаете еще дополнительные 10. Накопительные, так. Вот с этим накопительным, Саша, ты не разбирался, что это такое? Так, накопительный бонус – это ваша возможность накапливать средства на получение образования, приобретение автомобиля, недвижимости, создание инвестиционного дохода, накопительный счет открывается только для владельцев финансовых пакетов G-Finance. Понятно, это мы туда не заходили пока. Вот с этим G-Finance надо разобраться. Бонус на каникулы. Так, в зависимости от вашего карьерного статуса на 15 июля. Дата закрытия квалификационного срока на ежегодные недельные каникулы. В октябре вам предоставляется скидка от 10 до 100% на проживание в лучших отелях мира. Значит, платинум директор 50% скидка, если Diamond президент 100%, и клубный бонус, если количество новых контрактов в вашей структуре составляет 30 и более в месяц, каждый лидер имеет право на получение от компании ежемесячного клубного бонуса в размере $10 за каждый новый контракт. Для получения клубного бонуса лидеру группы необходимо написать заявку на его просчет по данному. Так, заявку на просчет по данному году по итогу месяца отправить ее на почту компании GenClub.com. Для просчета клубный бонус будет начислен на лицевой счет лидера группы, может расходоваться на оплату помещения клуба или офиса в вашем городе. Ну, тут непонятно, этот бонус надо разобраться более серьезно. Так, что мы еще имеем интересного здесь? И сейчас доберемся до того места, где у нас как бы я видел очень много. Вот заходим в кабинет потоки. И вот, по-моему, информация вот здесь вот. Нет, или обучение, сейчас посмотрим. А, описание бинарного маркетинга и прайс-лист. Это информация одна. Теперь, это мы зайдем на блог сейчас. Это блог, промоушены, то есть здесь можно на блоге посмотреть, какие промоушены.
Вот на блоге очень много видео. И в каком месте? Я сейчас не помню, но вот там я видел. Очень много роликов. Ну, в общем, надо походить по этому блогу, поискать. Так, теперь что еще? Если кто-то что-то интересное находит, скидывайте. Так, сейчас, секундочку, я вспомню, где же мы это, где же я все это видел. Это новости будут. Это я уже блог. А, так, сервисы. Сейчас, секундочку, информация. Что у нас здесь? Вот, 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 ребята, смотрите. Значит, ну, система умных рассылок G-Responder это платная. Я не знаю, что такое, надо будет посмотреть, сколько она стоит. Мы можем сейчас посмотреть. Так, тут только описание, да, email и SMS рассылки. Саша, ты может быть смотрел, что это такое, нет? Так, я видел, там прайс-лист был где-то, да, раньше. Как мы сюда попали? А, еще раз показываю. Значит, закрываю лишнее, заходим на бизнес, да, в кабинет и в потоке. И вот здесь вот ищем. Так, где-то я видел прайс-лист. Сейчас посмотрим, сколько G-Responder стоит. Так. Значит, мега-матрица нет. Мини-матрица нас интересует. G-Responder $699. Интересно, что в него входит, что он такой дорогой. Так. И бизнес супер. Значит, G-Kit. G-Kit стоит 99. И дает 39.99 и дает 10 баллов, да? А бизнес-суппорт за один месяц 10.99, то есть 19.99 и тоже 10 баллов дает. А можно купить бизнес-суппорт на 3 месяца, на 12 месяцев. То есть, я насколько понимаю, дешевле будет, да? Тут $20. Да, немного дешевле. Да, дешевле получается. Так, понятно. Возвращаемся обратно. И где мы там нашли? Вот здесь, по-моему, да? Корпоративный портал, где мы были. Сайт на направление GN Community. Так, сайт направления GN Internet. Что это такое? Давайте посмотрим. Что-то новое должно было открыться, но, наверное, еще пока не открылось. Я так понимаю. В разработке. Так, сайт направления GN Health. Не знаем, что это такое. Сейчас пока не будет. Так, корпоративный конференц-холл. Тут тоже что-то недоделано еще. Так, благосфера партнеров. Системно. Так. Логистика. Сейчас посмотрим, что это. Так, приветствуем. Так, узнать статус своей покупки. Ну, я насколько понимаю, это история ваших покупок. И если вам отправляют физически какой-то продукт, можно здесь увидеть, в каком состоянии он находится. Так, поиски, рассылка через Skype. GSender. Ну что это? Ну это тот же самый GN Sender. Кстати, я пробовала, скачала этот сендер, и он у меня почему-то не работает. Но он денег стоит.
Может быть... В смысле как? Вот у меня он просто... Я его запускаю... Ты подожди, ты говоришь про Skype Sender, который я тебе, может быть, дал? А, точно. Это совсем другое. А ну... Ну вот все равно он почему-то пишет ошибка, и Skype должен быть запущен, а он у меня Skype запущен. Почему не работает Sender? Ну, потом разберемся. Смотрите, что еще у нас с Builder of Life. Что это такое, не знаю. Доска вулканизации, проект финансового тестирования, план мероприятий, обучение, финансовый наставник, она так. Что это такое? Ну, много здесь интересных ресурсов, только непонятно, что к чему. Так, 9.42. Будем понемножку разбираться. 9.42.32. Так, тоже что-то не работает. Так, рекрутинговая система вирус денег. Вот, смотрите, система автоматического привлечения партнеров. Что это у нас? Это тоже входит в G-Kit. Авторизация. Так, мы пробуем зайти. Далее. Ага, во. Рекрутинговый сайт. G-Matrix. Видеоинструкция. Сетевой маркетинг в интернет. Как спонсировать партнеров, не выходя из дома. Как проводить личные презентации для кандидатов, которые живут за тысячи километров от вас. Как наиболее эффективно увеличивать свою структуру. На эти и ряд других вопросов есть один ответ. Собственный рекрутинговый сайт. Сайт virusdenig.tv – это новый инструмент успешного рекрутирования, который приятно удивляет простотой и удобством использования. Он создан специально для того, чтобы выполнить за вас всю рутинную работу по привлечению кандидатов. VirusDenig.tv разработан таким образом, чтобы потенциальный партнер обязательно заразился вирусом денег и присоединился именно к вашей структуре. На первой странице расположено видеообращение владельца сайта. Ниже кнопки, с помощью которой можно порекомендовать данную страничку своим друзьям в различных социальных сетях. Кнопка «Жирные деньги» – это путь получения информации о проекте. Форму, размещенную на следующей странице, кандидат заполняет, чтобы получить по почте индивидуальное напоминание о времени проведения вебинара, которого он выберет для просмотра. До начала вебинара кандидат может прочитать истории развития некоторых партнеров и тем самым повысить лояльность к информации, которая прозвучит на ближайшем вебинаре. Также ваш кандидат может получить подарки – полезные аудиокниги, которые будут интересны абсолютно каждому, кто развивает или хочет основать собственный бизнес. Для получения этих подарков ваш кандидат должен пригласить минимум троих своих друзей на ваш рекрутинговый сайт путем заполнения соответствующей формы. За 15 минут до начала веб-конференции кандидат отсылается в пригласительное письмо и становится доступным код конференц-комнату. По окончании конференции становится активной кнопка «Регистрация». Если потенциальный партнер заинтересовался информацией по данной кнопке, он попадает в окно, где он может посмотреть ролик о первых шагах и пройти регистрацию в компании G-Network. Этап получения предварительной информации с помощью рекрутингового сайта завершен. И все, что необходимо делать, это с помощью социальных сетей, контактов в Skype, телефоне, направить поток посетителей на ваш сайт. Как создать рекрутинговый сайт? После оплаты набора инструментов G-Kit вам необходимо зайти по адресу promo.virusdenig.tv, пройти авторизацию и настроить свой рекрутинговый сайт в соответствующем разделе. Для начала введите следующие данные в специальную форму. Доменное имя, то есть буквенное обозначение сайта в интернете. Доменное имя должно быть понятным и легко запоминаемым. Например, dom.virusdenig.tv. В
момент подбора доменного имени обратите внимание на то, что некоторые буквы могут одинаково звучать, но различаться в написании. С таким именем в будущем могут возникнуть определенные трудности. Например, слово «авто» человек может вести как «ауто», «авто» или «аw-то». Контактные данные. Чем больше информации о себе вы разместите, тем удобнее с вами будет связаться потенциальному партнеру. Личное фото. Наш бизнес строится на доверии. А доверять намного проще человеку, которого знаешь в лицо. Для загрузки фотографии выбирайте любое фото из вашего архива и выделяете ту часть фотографии, которую вы хотите отобразить на сайте. Остальное наполнение сайта, видеоматериалы, тексты выполнены специалистами компании на основании знаний о способах максимально эффективного привлечения потенциальных кандидатов. Если же вас что-либо не устраивает, вы можете самостоятельно поработать над текстами, изменить видеоролики или тексты на сайте. Как редактировать наполнение сайта? Видео на главной странице можно изменить во вкладке «Наполнение». С помощью формы редактирования видеосообщения вы можете вставить любое видео, размещенное на youtube.com. Помните, видео низкого качества, например, ролик, снятый на мобильный телефон, производит плохое впечатление. Также, перед тем, как менять видео на свое, посоветуйтесь со своим наставником. Вам нужно выслушать мнение со стороны, подтолкнет ли потенциальный кандидат данное видео к регистрации. В противном случае, можно свести на нет результативность рекрутингового сайта. Текст на главной странице. С помощью удобного текстового редактора вы можете добавить или убрать информацию, выбрать новый шрифт или изменить существующего, поменять расположение текста, добавить цвет, ставить ссылку на источник в интернете и так далее. Сразу обращаем ваше внимание на то, так, что я думаю, это видео можете каждый просмотреть. Давайте немножко разберемся, да? Попробуем запомнить. Вот эта тема интересна, продолжаем здесь работать. Ребята, попробуем разбираться, что здесь. А то еще же и будем тренироваться. Хватит ли у вас сил? Ну, некоторые вещи можно пропустить, сейчас не заполнять. Там, я насколько понимаю, на самом сайте будет отображаться. Так, мои... Так, домен, адрес сайта. Вот здесь вот надо... Так, я думаю... Ну, я введу СБ. Так, Академия СБС. Это будет самое умное. Сохранить. Наполнение сайта. Что у нас тут дается? Видео на главной странице. Для этого необходимо выложить на видео хостинг, скопировать ссылку на страницу с данным видео. Так, сейчас, секундочку, поищем видео по... Какой интересный фильм идет там где-то. Так а что там какое видео нужно выкладывать? Что? Значит, ребята, я считаю, что надо вот про рендер фермы сейчас давать видео. Вот это. Если. А нет, это у нас Вахрушев, по-моему. Тут тоже, между прочим, вариант. А нет.
Да-да, это именно. Есть у Вахрушева интересные варианты? Ну, сейчас мы первое попавшееся ставим, чтобы не разбираться. Сохранить. Так, ребята, я вам дам сейчас ссылочку. А вы там сразу смотрите, как все изменяется, да? Сейчас мы ее составим. Так, секундочку, я сделаю его ссылочкой. Открыто очень много. Смотрите, видите, да, что у нас получается, да? Сейчас посмотрим, узнать больше. Ага. И именно то видео, о котором я говорю, которое я поставил, вот оно. Хорошо, сейчас посмотрим. Я дам ссылочку, и у меня просьба такая, кто-нибудь сделайте регистрацию, чтобы мы видели, как внутри все выглядит. Кто-нибудь нажмите. Так, дальше продолжаем. Наполнение сайта. Так. Так, а вон, между прочим, видео на главной странице, да, есть текст на главной странице. Оказывается, можно изменять даже текст. Где она тут у нас? Рядом поставлю. Узнать больше. То есть вместо этой кнопки, а где текст будет, интересно. Ну, я потом посмотрю, что к чему. Да, потом есть еще редакция. Ваше видео, обращение к кандидату. Можно поставить, я насколько понимаю, свое. Несколько слов о себе. Текст письма. Ну супер, ребята, это ого-го, это инструмент, о котором я мог только мечтать. Наполнение. Так, выбор дизайна можно выбрать. Во, видите, дизайн. Дизайн. Сейчас поменяем дизайн. Посмотрим. Так. Я насколько понял, сейчас раздел в разработке. Может быть, дизайн не поменяем. Сменить имя. Ага. Таблицы кандидатов. О, Лошаков, вижу, уже зашел. А, ну здесь, значит, будут заполняться все люди, которые зашли. Интересно, перенос в другую-то. А, таблицы знаете, зачем нужны? Ну, допустим, кандидаты потом переносишь, был на конференции и так далее. Хорошо, Володя. Володя? Да. Я сейчас дам Микогу, мы с тобой зайдем, посмотрим, что у тебя сейчас там произошло после регистрации.
записывай код сеанса. И кто еще зашел? Кроме Володи. Говори. Так, код сеанса 125-381-505. Так. Я не вижу у нас одного человечка, Юрия. Наверное. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Сегодня зашел новый партнер к нам. Молодой человек. Я почему-то его здесь не вижу. Хотя добавлял. Ребята, может быть, я не вижу. Юрий. Ладно. Так, Володя, я тебе передаю Микогу. Показывай, что у тебя там. Володя, принял уже, да? Да. Угу. Вы еще не разочли. Нет, мы нашли тут рекрутинговый сайт, такой как PrevTV похожий. А, смотри, что у тебя здесь показывает, ребята. Смотрим, что у Володи здесь показывает. Значит, показывают Альберта Шкела. Да, а это пригласитель, понятно, да? Обратная связь, ты тоже сможешь со мной переписаться. Текст письма, да, пишет, что конференция это через 3 часа, так она и будет. Иди ниже немножко участвовать. А я смотрел это, я тебе скажу, конференция не совпадает. Не совпадает? Ну, я насколько знаю, через 3 часа будет какая-то конференция, нет? Ну, я не знаю, у меня в верхнем было, вот здесь стояло и щелкало, когда я заходил. Ну, это неделю назад, наверное. Ну, понятно. Володя, опусти Микогу, пожалуйста. Минут 15 или что-то в этом роде. Ее на 15 минут закончилось, я зашел туда посмотреть, есть ли там вообще... И не было вообще конференции. Вернись на страничку. Так, история успеха. А когда нажимаешь на регистрацию, что здесь будет? Вот здесь вот я показываю. А, регистрация начнется после вебинара. То есть ты должен сначала зайти на вебинар. Да, это я тоже. Угу. А теперь вверх немножко. А вот насчет подарков был разговор. Получить подарок? Ну, там да, тоже, по-моему, вебинар. А, ну получить подарки это 3 имя надо вписать. Имя, email и имя. Да. 3 человек надо пригласить на вебинар, и тогда подарок. А какой подарок? А понятия не имею. Ну, надо будет разобраться. Но в любом случае, довольно очень хороший вариант. Надо немножко серьезнее будет поработать с ним. Да, тут надо поставить фотографию, понятно. Хорошо, Володя, сейчас я... Микогу мне... Ну, я вернусь сам себе. Так. Я, насколько
понял, вот здесь вот, где наполнение сайта, это внутри там есть какое-то написано. Не, или подождите, где там было, мы смотрели домен, адрес сайта. А, вот, выберите пункт, текст на главной странице, видео, ваше видео. Володя, а ты когда заполнил форму, сразу попала сюда или куда-то еще попадал? Нет, вот сразу туда. Угу. Так, ваше видео. Ну понятно, только это будет место главного интересно или так, работа с кандидатами, так. А, будет рассылка вестись. С вашей реферальной ссылки. Да, там и письма, по-моему, есть. Несколько, или одно, или два. Угу. То есть здесь можешь сохранить, да? Что предпочитает предоставить доступ к моим кандидатам в системе, да? Да, ну вот есть. Да, там. Да. Ну ты сейчас начнешь получать письма, Володя. Ну ты самостоятельно получается, можно что-то. Да, 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 да. Так, сохранить не надо? Я сохранил. Тебе это у тебя же будет приходить. Я сохранил. К тебе будут приходить письма. Ну, ребята, очень интересный рекрутинговый вариант. Что ж ты, Саша, молчал, что есть такая возможность? Я не знаю, я думал, все знают. Это во-первых. Во-вторых, тут я им как-то не пользуюсь, что-то мне он не понравился. Ну почему, если его настроить нормально? Почему он может не понравиться? Сейчас мы свою фотку поставим, чтобы Володя на меня красовался. Володя, может тебе какую-нибудь женщину вместо себя? По имени Альберто. Да, по имени Альберто. Мне жена не разрешает. У вас и такой еще вопрос? Сидит целыми днями, трепится. Мне уже давно все уже разрешает. Так, ой, какой. С ума сойти. Ой, красавец. Хорошо, окей, ребята, понятно, да? Мы не добрались до одной вещи, с которой начали. Смотрите, значит, есть такая очень хорошая штука, виртуальное обучение. А заметили, куда я кликнул, нет? Нет, я не увидел. Хорошо, возвращаюсь обратно. Возвращаюсь на исходную точку. Опять нажимаю сюда, вот видите, интернет-ресурсы, по-моему, да, интернет-ресурсы, и вот здесь вот есть виртуальное обучение. Лучше было бы, если бы женец только, она. Не понял. Лучше бы начал с нетворка, там, чтобы видеть, куда шел, пришел. А, шла и пришла. Хорошо. Идем с нетворка. По просьбам телезрителей, ребята. По просьбам телезрителей. А еще лучше ссылочку давай, где ставил вот сейчас в рекрутинговую систему. Хорошо, ребята, еще раз. Идем в бизнес-нетворк. Я запись делаю, потом сможете смотреть. А, хорошо. Кабинет потоки. Вот сюда на ресурсы идем. Так,
ищем, где у нас тут рекрутинговая система. Вот, видите, рекрутинговая система вирус денег. Вот, красивая, с баночкой, с долларами. Там. Вот. И нажимаете сюда и попадаете на следующую страницу. И здесь делаете авторизацию. Заходите внутрь и все делаете. Ну, видео увидите, да? Так, теперь смотрите, еще видеоканал. Я, насколько понял, на Ютубе тоже, вот, да, что, нет, это, а нет, это тоже открытие будет, понятно, еще одни, ага, ну, веб-клиника, а вы знаете, что у нас есть веб-клиника, можно обратиться за консультацией, вот, видеопочта еще интересна, так, что-то не туда попало, видеопочта опять вернулся, так, сайт справочных монет, ладно, чтобы вы не забыли, а то потом будет вот YouTube канал. И вот виртуальное обучение. А потом зайдем в другие еще места, посмотрим, что здесь. Смотрите, G-Network. Вот здесь вот можно скачать видеокурсы. Сетевой старт. Ну, сейчас я одно, другое видео покажу. Вот. Нажимаете «Скачать». Прежде чем приступить к изучению курса «Основы сетевой грамотности», мы рекомендуем вам приготовить ручку и тетрадь. Вот. Если хотите скачать на компьютер, правую кнопку мышки нажимаете и сохранить видео как. Вот. Если хотите на компьютер. Я сюда как заходила. Да, не да. Да, да, понятно. Нет. Понятно, да? Еще раз повторяю. Наводите на, ну, на свободное место на видео и сохранить видео как. И тогда скачивается на компьютер. Понятно. Да, тут очень много интересных уроков. Видите, 33 штуки аж. Советую просмотреть все. А теперь дальше, что у нас еще есть, я здесь, правда, до этого не дошел, видеокурс, мегафон какой-то, сейчас, секундочку, мегамарафон, да, мегамарафон, смотрим, что, о чем тут. Наш марафон, здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Людмила Строчкова, мне выпала такая честь первой открывать наш, потому что размах был большой. Ну, наверное, возможности были. Надо здесь будет... просто все лидеры как бы делают обзоры там и все остальное. Ты смотрел, да? Да, так, мельком. Понятно, но это на первой странице компания. Смотрите, у нас еще есть что-то тут. Преимущество, да, в пользу G-Network. Между прочим, надо почитать обязательно, чтобы уметь... Бизнес-партнеры компании. Новые технологии. Сити-сервис какой-то. Пока не знаю, что это такое, но много их. А, и вот банк. First Swiss Card. Карточку я уже получил. Второй раз снимаю деньги. Если кому интересно. Снимать схемы интересно. Было в шоу. Было, да, начисление. Не, ребята, надо поработать. Надо работать, как я, днем и ночью. Так, ладно, тут с этим разобрались, тут уже больше, как говорится, больше ничего интересного нет. А это клиника действительно доктора там? Да, там доктора, но это веб-клиника, я, насколько понимаю, надо за это платить. Просто так тебя консультировать не будут. Но, может быть, вот здесь вот все написано, да, специалисты, отзывы, медицина будущего, вот, получить доступ. Тут можно и бесплатно, между прочим.
Так, у нас 10 минут осталось. Ну, Володь, ты про веб-клинику знай побольше, нам расскажешь. Хорошо. Тут можно получить доступ и бесплатно, я насколько понимаю. А нет. Надо зайти. Надо зайти, так. Лучше спецслужбы. Тут можно, видно, и посмотреть, кто нас будет лечить. Вот, интересно, как нас стоматолог будет лечить на расстоянии? И хирург тоже. Терапевт. Акушер-гинеколог. Ну, интересно, да. Принцип работы. Рекомендации будут давать, куда пойти, что сделать. Ну, понятно. Ну, наверное, так, биорезонансная терапия. Но я, насколько понимаю, у нас биорезонатор есть в продаже здесь, можно купить его. Очень хорошая штука, между прочим, не знаю, как он работает. Ну, уже хорошая. Да, вот здесь можно купить прибор. Сколько он здесь у нас стоит? Ну, есть какие-то экспресс. Вот сам прибор $599. Два прибора каких-то различных. Один программатор, один... Понятно. Хорошо, ребята, смотрите. Значит, понятно, мы сделали небольшую экскурсию. Я думаю, многим это будет интересно. Я сейчас останавливаю.